Всем привет! Сегодня покажу, как сделать простую подставку для яиц в виде короны. Нам понадобится квадратный лист бумаги. Я возьму с длинной стороны 16 сантиметров. Вначале складываем квадрат пополам. Не раскрывая, складываем пополам в другую сторону. Теперь раскрываем и подгибаем к центру нижнюю сторону и верхнюю. Раскрываем и поворачиваем. Подгибаем правую часть треугольника, ориентируясь по боковому сгибу. Также раскрываем треугольником левую часть. Переворачиваем и подгибаем по сгибам боковые стороны. Получается вот так. Теперь подгибаем к центру нижней части правой половинки и левой. Проглаживаем и отгибаем полученную часть фигуры. Переворачиваем на другую сторону и повторяем те же действия. Отгибаем эту часть также. Затем беремся за края и раскрываем изнутри. Выгибаем бумагу к центру, формируя корону. Готово! В такую подставку можно положить яйцо, пасхальное или обычное, у меня будет декоративное. Другие идеи для оригами вы найдете на канале Artvium. Подписывайтесь и смотрите еще.